Лабытнанги присоединился к торжественному марафону по случаю празднования Дня округа. 90-летие арктического региона отметили театрализованным концертом и чествованием заслуженных работников разных сфер и отраслей. Изюминкой субботнего вечера стало подведение итогов и награждение победителей премии главы города, гордость твоя, Лабытнанги. Репортаж Светланы Кель. Торжественная атмосфера праздника чувствовалась уже в фойе городского дома культуры. Гостей встречал духовой оркестр. Хранители истории подготовили выставку от оленей тропы до северного широтного хода. Экспонаты отражают путь перерождения Лабытнанги от поселения к транспортно-логистическому пункту округа – воротам Ямала. А вот на сцене артистами отыграна уже другая история. История покорения и освоения человеком сурового края земли. Я твердо знаю, что здесь будет новая жизнь, и мы ее строим, и города будут красивее, чем в Крыму. Я точно знаю, что Ямал будет плацдармом для всей России, и не только. За 9 десятилетий Ямал прошел огромный путь. Нефтегазовая отрасль, экономика, культура, социальная сфера, спорт и не только. Свой знаковый юбилей регион, а вместе с ним и Лабытнанги, встречают впечатляющими достижениями, за каждым из которых стоит талант, стойкость, смелость и трудолюбие его жителей. Мы гордимся теми подвигами, которые легли в основу развития нашей ямальской земли, в основу гордости нашей великой России и в основу достойной оценки Ямала на уровне мира. Я хочу уверить вас в том, что с этого дня все только начинается, и статус нашего города как ворот Ямала еще нам с вами предстоит превратить в статус ворот Арктики. В этот вечер главе города Марине Тресковой была отведена особая миссия – вручение удостоверений, подтверждающих профессиональные почетные звания, заслуженный работник Ямала. В числе награжденных Татьяна Хитрова, тренер спортивной школы «Юность». Без малого 35 лет эта хрупкая женщина воспитывает в мальчишках и девчонках сильных духом людей. За это время ее школу дзюдо прошли сотни лабытнанских ребят. Все время новые поколения за столько лет, да, это все разные дети, но в то же время детский мир – это действительно что-то уникальное. А вот вишенкой на праздничном торте стало подведение итогов конкурса «Гордость твоя, Лабытнанги». 7 номинаций, 21 претендент. За каждым отдельным человеком, коллективом и даже проектом на протяжении всего голосования стояла огромная группа поддержки. Победителю в номинации «С любовью к городу» зрительный зал рукоплескал стоя. Это они, медики, в мирное время ведут борьбу с главным врагом – коронавирусом. Это они, современные герои в белых халатах. Огромное спасибо вам за эту награду. Этот год не только сложный для того, чтобы пережить его, но и сложный в тот момент, когда нужно оказать помощь. У нас были настолько тяжелые месяца, когда на скорую помощь поступало до 200 вызовов. Участника народного голосования в номинации «Хранитель истории Победы» также приветствовали стоя. Память Ивана Александровича Путилина лабытнанцы почтили минутой молчания. Свою победу в конкурсе городской музей разделил с героем войны. Очень жаль, конечно, что нет с нами Ивана Александровича, потому что эта награда, естественно, тоже его. Спасибо большое, с праздником. Лауреатами конкурса стали люди, чьи самоотверженные подвиги, благие дела, смелые инициативы и просто благие поступки были направлены во благо родного города и, конечно, его жителей. В номинации «Проект года» бесспорным лидером стал «Пикничок». Его автор Петр Будаев поблагодарил лабытнанцев за поддержку, а вот денежную премию инициативная команда передала реабилитационному центру «Жизнь». Его руководитель Яна Будыгина стала победителем в номинации «Сердце отдает». Детям. Можно не просто сидеть на диване и комментировать там что-то в соцсетях, а можно встать и что-то сделать самому полезное. И это может сделать абсолютно любой житель нашего города. К примеру Петра Будаева последовал и лабытнанский предприниматель Рашат Алиев.
Народное признание и диплом победителя он оставил себе, а вот призовые направил на лечение и реабилитацию особых детей. Благотворителем он был и остается не только в конкурсе, но и в жизни. Полная версия награждения лауреатов «Гордость» твоя Лабытнанги, а вместе с ним и праздничный концерт выйдет в эфир 19 декабря в 20:30. Светлана Кель, Николай Снегир, Григорий Волков, Евгений Садыков. Программа «Время местное».